Кулдыге весна. Вимба прыгает через румбу. Начинается ежегодное весеннее природное шоу. Рыба поднимается по Венте и пытается перепрыгнуть через водопад, чтобы уйти на нерест. Зрелище завораживающее. Это происходит столетиями. Вимба или рыбец становилась добычей рыбаков на самом широком в Европе водопаде как минимум еще 300 лет назад. Тогда рыбу ловили в корзины. Сегодня так ловить запрещено. А вот полюбоваться на процесс всегда пожалуйста. Рыбачить можно только внизу, по течению. Для этого нужна лицензия. За раз один рыбак может унести только 7 рыбцов. Личинки такие маленькие, червячок подходит, мотылек и еще разные нюансы. То, чему я еще не научился, равномерно держаться по течению. Это у меня пока не получается. Котлеты делаю из вимбы, перемалываю и все. Выбираю большие кости и готово. Чтобы проверить, соблюдают ли рыбаки все правила, у реки регулярно патрулируют инспекторы Государственной службы окружающей среды и представители полиции самоуправления. Нужно быть внимательным, штрафы большие. У одного мужчины было на 11 рыбешек больше, чем разрешено. В итоге 1000 евро штраф. За прыгающей вимбой в Кулдыге можно будет наблюдать примерно до начала мая. Виктория Пушкил-Отто, РУС-ЛСМ, совместно со Скрумским телевидением.